Ребят, всем привет, всем, кто на моем канале только недавно появился. Вот это перезалив видео мини-тест-драйва Шкода Йети, потому что оно было заблокировано во всех странах и набрало всего 17 тысяч просмотров. Вот, и ребята в группе просили меня именно перезалить этот видос, чтобы все могли его посмотреть. Вот там будут моменты, где будет искаженный звук. Это для того, чтобы не было проблем с авторскими правами. Вот, ну и надеюсь на ваши лайки, подписки, естественно, там, в комментариях что-нибудь черканите. Не жалейте лайков. Ой, сейчас все будут говорить, вот, ноете, просите лайки, из-за того, что ты сказал, не жалейте лайки. Ну, они жалеют. Скажи, чтобы жалели. Сложно, что ли, блядь, просто нажать. Вот, так что вот так вот. Всем приятного просмотра. И да, у меня сломался гольф, поэтому, скорее всего, на этой неделе новый влог не выйдет. Я стараюсь сейчас что-нибудь наснимать, и мотоцикл, и свою личную жизнь, и все такое, а шашек не вариант, потому что гольф сейчас ждет крышечку. Но это я все расскажу как раз-таки во влоге, когда доделаю гольфа. Ребят, а перед началом видео я хотел бы вас попросить нажать на колокольчик на моем канале, чтобы вы первыми узнавали о новых видео. Спасибо за понимание. Ну, у нас бля, нихуя хлопнул, тяжелая дверь. Выдалась возможность немножечко поснимать Йети. Что? Дверь еще раз. Сзади сидят. Ну, здесь пахнет вообще по-другому, на самом деле. Бесстрашные пацаны. У нас тут буфер стоит, да? Чуть-чуть так-то. А ты умеешь двигать, чтобы она вот так крутилась? Ну, это некрасиво будет. Пускай на одном горизонте будет. Пацаны, чё, как? Это жестко. Понравилось? Да можешь тормозить, братан. Чё, ебать завоняло, вы чё, пацаны? А, братан, ты обосрался? Да я нет, я уже привык, бля. А, бля, я думал, ты не обосрался. Так чё? Думал, в этот раз хуй с ним прошло. Едет Йети? Да, ну, едет. Давай, братан. Нормально, о, чё, добро скажи. Дал. Добро. Ой, ёма. Ой, ёма. Ой, ёма. Ой, ёма.
завалило на стабилизаторе, блядь. Горизонт завалило на стабилизаторе, блядь. Фух. Ну, ладошки вспотели, но это нормально. Да? Ладошки нормально, да. Вот прибор. У нас аудиосистема, сабвуфер, шумка стоит. Вот сзади немного покажу, а сзади свет есть? Вот. Очень красивые сиденья, кожа вообще приятный, салон очень удобно сидеть, особенно для тех, кто первый раз ездит со скером и еще не знает, что его ждет, вот, например, потные ладошки, то в этой коже очень приятно, удобно сидеть, ты не прыгаешь влево-вправо, как бы она полуковши такие, ну, приятненько. Вот здесь можно, конечно, немного перешить потом. Механика у нас 1.8, чип от АПР, выхлоп Miltec. Ну, сейчас покажем мотор. Такой нестандартный тест-драйв вообще, отвечаю. Ну, потому что спонтанно. О, запах чувствуется.
Ребят. Шестерка же, да? Это копейка. Копейка на 16-клапанном моторе, бля, от Приора вообще ебнутая. Сейчас он нажмет, сейчас. После поворота. Ждет турбу. Просто. Не, у меня пока коробка додумалась. Сейчас. Я их чуть-чуть подсниму. Гольф этот. Вообще не будет понятно, хотя, блядь. О, жестко. Чё, давно ты так не ездил, блядь? Да, очень давно. Вот новый выпуск. Выпуск. Можно даже короткий сделать. Бля, нам на заправку надо.